Ну что, хочу передать привет для Ириных подписчиков, подписчиц, которые страдают РПП. Я вот тоже страдаю РПП, у меня есть две причины. Первая причина, я 2 недели назад бросил курить, и сейчас у меня булимия не прекращается. И у меня есть еще одна причина для нервов, она уже скоро пройдет, но пока она не прекращается. Вот что я делаю, сначала просто ел, но все подряд, но уже за 2 недели плюс 10 набрал. И сейчас я уже понял, что так продолжаться не может. Я 2-й день ем капусту. Вот мне Катюшка делает капусту. Ну, калорийность называется капуста антигравитация, потому что нулевая калорийность. Отрицательная, да. Конечно, ну не все так просто. Я люблю, вот я майонез намешал с горчицей и еще там оттенкового перца. И в общем, вот такая штучка у меня получилась. Ну вот я вчера так весь вечер ел, не было прибавки в весе. И сегодня тоже буду есть. И сколько еще нужно дней ждать, пока вот это пройдет нервяк у меня. Буду каждый день есть эту капусту. И так, я думаю, я прибежу и избегу большой прибавки в весе. Вот я уже один такой поднос доедаю, последний остался. Капустные стейки. Это я на ночь оставил. Режете вот такими стейками. Сверху масло, чтобы они были не сухими. Масла бояться нельзя, надо. Там приправы какие по желанию, соль, перец. И еще на час 20 в духовку, это очень вкусно. Да, очень вкусно на самом деле, эти стейки. Ну, майонезом. Это, конечно, прошёрка, но, блин. У нас мальчик большой, поэтому она запрещёрка не отражается. Ну, прям это удовольствие.